Волонтеры в этом году помогали проводить не только городские мероприятия, но и участвовали в организации событий международного масштаба – зимней олимпиады и Гран-при России «Формула-1». По мнению региональных экспертов, волонтерский корпус Сочи – самый активный в крае. Большой толчок развитию движения дала олимпиада. Всего в городе около 4000 волонтеров. Причем это не только активисты волонтерского центра. Среди добровольцев – школьники и студенты. И, конечно, в особом касте – волонтеры серебряного возраста. Хотелось бы отдельно, конечно, выделить еще такую группу, как волонтеры серебряного возраста. Здесь уже, можно сказать, даже некая социализация, потому что люди действительно в праву своего возраста уже склонны больше к покою и тишине, а приходя к нам, работая на мероприятиях именно с молодежью, действительно у них загораются глаза, они действительно становятся моложе. И сегодня самый большой процент желающих участвовать во всех мероприятиях, будь то субботники, будь спортивные мероприятия, это в большей степени, конечно, волонтеры серебряного возраста. По традиции определили и лучшего волонтера месяца. На этот раз вручили сразу 3 награды. Самыми активными добровольцами декабря признаны сестры Овчинниковы.